обалдела от того, что она такая смелая, что она так хорошо владеет голосом. Ну, как она здорово, очень уверена. Думаю, а что это она? Тогда чему она приехала сюда учиться, если она так хорошо поет? Я бы сказала, что вот начиная с середины 60-х и до середины 80-х, это, безусловно, была эпоха Светланы Данилюк. Это была безусловная прима. Есть такие личности, которые несут в себе взрыв какой-то. Они просто так перейти дорогу не могут и не хотят. Они хотят перейти на красный свет. Должны быть сумасшедшие, кто идет напролом, кто что-то делает новое, что чего-то добивается.